Всем тыквенный привет, с вами Дрим. Ну что ж, бойцы, Lamborghini уже в PUBG Mobile. Новая эра скинов на тачки, ребят. Да, не только новая эра скинов на оружие, новая эра скинов именно на X-костюм. Теперь у нас еще и тачки именно вошли в новую эру. О чем речь? Ну, я думаю, вы уже поняли, да? Именно о космическом Lamborghini, которое можно будет получить бесплатно, но не бесплатно. В принципе, я уже делал видос на эту тему, но об этом поговорим далее. А также, ребят, в конце этого видоса вы узнаете победителей розыгрыша 3 РП, который мы с вами запустили неделю назад, как вы помните, да? Для участия вам нужно было подписаться, поставить лайк, в принципе, написать комментарий, все, ничего сложного. Если вы выполнили, значит, вы участвуете. И в конце ролика вы узнаете победителей этого розыгрыша. Также, ребят, пока что YouTube еще на плаву, пока что вроде бы еще нет новых новостей о том, что его блокируют. Значит, конечно же, как ни крути, рубрика с прокачкой актуальна. Поэтому, если вы хотите в ней участвовать, ребят, результаты будут, в принципе, к моему дню рождения, да, 2 недельки осталось. Поэтому переходите по ссылке в описании, участвуйте. Если вдруг вы выиграете, конечно же, прокачаем ваш аккаунт. Купим вам вот такой вот прекрасный РП, который, просто посмотрите на эту красоту. Мы с вами, кстати, на стриме его встречали. Спасибо всем, кто залетел. Все мега годно, мега круто. Вам спасибо за поддержку. Все, ребятки, давайте не будем затягивать. Погнали рассматривать эту красоту. Потому что, по-другому это не надо. Просто космос. Просто космос. Полетели. Вот она, ребят. Та самая красоточка. Новая эра скинов на транспорт в PUBG Mobile. Космический скин. Просто космический скин. И здесь не убавишь, не добавишь. Вот такой вот скинец. И, судя по информации от ребят, которые занимаются утечками, прости, бро, Lucky Man, именно скины Centenario, да, вот именно вот этот космический и еще один есть, который мы с вами далее увидим в видосе, можно будет получить каким-то образом бесплатно. То есть, это будет как дополнительная награда в рулетке, чтобы вы понимали, да, потому что у нас есть, там крутишь рулетку, там тебе давали, если вы помните, раньше нам давали гарантом вообще оружие, да, на 200 прокрутов. Там или есть там скины на парашют сейчас даются, там премиум кейсы и так далее. Так вот, вот этот вот космический просто мега крутой скинет. Или такой же скинец, такая же модель тачки, я имею в виду, да, но другого цвета. Их можно будет получить именно из рулетки бесплатно. Ранее, если вы помните, я говорил в видосе, что была информация, что будто бы его можно будет получить, если выбить все скины. Теперь говорится о том, что определенное количество прокрутов, как я уже говорил, как было у нас с оружием раньше, да, там 200 прокрутов ты сделал с оружием, получил скинец бесплатно. Ну, здесь я предполагаю, что не 200 будет, здесь все 2000 могут быть. Но пока что информация не 100% подтверждена. Да, и в принципе, ребят, как вы понимаете, рулеточка уже 25 числа, поэтому мы с вами уже очень скоро это узнаем. Но задумка от разработчиков прям мега годная. Помимо того, что есть именно скины вот такого типа, которые ты можешь себе сам, в принципе, выбрать, да, забрать, ты еще бонусом получаешь именно дополнительные скины, которые будут, в принципе, максимально эксклюзивны, ребят, потому что их забрать будет достаточно сложно. Да и выглядят они очень сочно, согласитесь. Вот тот космический скин и вот этот скин. Да, это тоже выглядит неплохо. Градиент такой, да, который у нас, в принципе, у меня Тесла такая. В принципе, неплохой скинец, неплохой. Но я себе все-таки, если именно вот этой модели, хочу именно, конечно же, вот этот зелененький, да. Он очень прикольный, крокодильчик прям мега сочный. Я его, конечно же, постараюсь забрать. Но посмотрим, сколько это будет стоить, ребят. Потому что чувствую я, что будет все очень-очень дорого. А после моих похождений, как бы, и там Мираду, которую я забрал вчера, кстати, кто пропустил видос, ребят, посмотрите, она упала мне наконец-таки. Другие там скинчики, это будет очень дороговато. Звук у тачки сок, скин бомба. Вообще, именно как бы претензий к скинам у меня нету. То, что вы сейчас видите, это уже очень хорошо, потому что, к примеру, на китайской версии, если вы помните, ребят, когда мы рассматривали, там были золотые скины, и они были, немножко какие-то они испорченные, там были определенные там пиксели, которые, выглядели не очень. Далее, в принципе, я вам покажу этот золотой скин, и вы поймете, о чем речь. Ну, а прямо сейчас вы видите именно вот вторую модель, Centenario, да, которую я, в принципе, и показывал, если вы помните, в том видосе, где видос назывался у нас «Самый дорогой бесплатный скин», если вы помните, да. В принципе, здесь как бы не убавить, не добавить, это реально самый дорогой бесплатный скин. Или этот, или космический. Но, конечно же, космический вообще сок. Как бы
Просто космос, там даже нечего комментировать. Сейчас мы его следующим снова же рассмотрим еще разок, ребят, потому что это бомба. Да и в принципе и этот скин очень годный, и многие писали в комментах о том, что хотели бы себе, конечно же, такой скинчик, потому что он тоже выполнен очень-очень хорошо. Я не знаю, как комментировать. Звук вы слышите сами, да? Моделька просто бомба. Внутри нормально именно, в принципе. В Кёнигсеге, если честно, было, ну, больше. Здесь у нас там был и планшет, и так далее. Здесь другая проработка. Но, само собой, вот с этим у нас ничего не сравнится. Ребят, это просто шедевр от разрабов. Серьезно, они продолжают удивлять. РПшку годную сделали. Скины вы видели, да, эмоции на X-костюме, которые у нас будут. Вы видели именно, конечно же, тот самый легендарный скин, который еще не вышел на берсту. Ну и еще именно вот этот вот космический. Это просто что-то с чем-то. Вот, кстати, тот самый золотой скин, о котором я говорил, что в китайской версии у него проблемы. Там у него есть какие-то пиксели, которые, ну, очень сильно напрягают. Здесь таких проблем нет. Но, если честно, вот честно, ребят, по сравнению с другими тачками, здесь только звук бомба. Просто посмотрите, звук какой, да, вы слышали. Но сама тачка такая прям классическая, если честно. Вот, несмотря на то, что она золотая, она выглядит максимально такая классическая, строгая, консервативная даже, можно сказать. Выглядит хорошо, претензий у меня нету, но... Но, к сожалению, у нас есть космическая ламба, и ее ни с чем не сравнить. Но мне понравился, этот скин тоже неплохой. Посмотрим, как будет устроена рулетка. По-любому будет разгон, как ни крути, да. Но с этими изменениями, которые нам обещают из утечек, мне интересно, как они это все организуют. Поэтому, ребят, если утечки, если данные не изменились, да, разрабы ничего не изменили, уже 25 числа, то есть ровно через 3 дня, у нас вот этих красоток завезут игру. Так что ждите видос с опенкейсом. Будет именно огромный open case. Конечно же, будем пытаться выбивать именно все, что там будет. Так что, ребят, обязательно подпишитесь, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить этот ролик. Внутри, кстати, салон у этой тачки выглядит намного лучше. Вот просто вы сами видели, да, разница есть именно достаточно огромная. Также еще будет вот такой вот черный скин. В принципе, это черный скин, если честно, даже... Ну, тут рассматривать нечего. Просто красивый черный скин. Матовый. Я говорил, что я хотел себе бы его забрать. Но после чего золотистую исправили, она тоже выглядит неплохо. Поэтому посмотрим. Ну и, само собой, тот самый Урус, да, который я изначально говорил, что на УАЗ мне нужен. Обязательно нужен на УАЗ. Честно, после космической лампы что-то я задумался. Да, у меня на УАЗ нету вот таких вот именно скинов, да, и я поэтому и говорил, что хотелось бы такой, потому что на Макларен там есть и Ламборгини, и Кёнигсег, да, на дачу тоже есть именно и, что у меня там, Тесла, да, и еще дополнительно есть Кёнигсег. А вот на УАЗ ничего нету, а здесь вот у нас, пожалуйста, УАЗик. Поэтому, в принципе, конечно же, хотелось бы именно скинец на УАЗик. Выглядит... Хорошо, неплохо, такой желтенький красивый цвет. Мне интересно просто, как он будет выглядеть именно при моих настройках графики, потому что, ну, я не играю на максималках, да. Поэтому мне нужно сначала их рассмотреть, да и тот же самый, даже космический, да. Хотелось бы рассмотреть именно на той графике, с которой я играю, и тогда уже можно делать, в принципе, выводы. Белый скин. Ну, это белый скин. Ребят, снова же повторюсь, у нас много примеров именно скинов, поэтому этот выглядит, ну, максимально простенький. И, в принципе, на этом все, поэтому прямо сейчас переходим с вами к розыгрышу РПшек. Ну что ж, давайте выбирать победителя, ребят. Вставляем вот сюда ссылочку, загружаем данные. У нас, как вы видите, именно 3000 участников. И, в принципе, мы с вами разыгрываем 3 РПшечки. Все максимально просто. Для участия вам нужно было что? Подписаться, нужно было поставить лайк и написать комментарий, где вы, само собой, укажете именно свой игровой ID. Ну что ж, погнали выбрать случайный комментарий. Первый победитель. Хочу РП. Братан, вот ты бы забрал РП, если бы ты указал свой игровой ID. Это было одним из условий. Идем дальше. Так, можете вступить в РП-команду. Сашуля, мимо. Идем дальше. Кстати, у тебя видосы бомба, я даже на уроки смотрел. Красавчик, братан, на уроках надо уроки учить. Так, идем дальше. РП-команда, идем дальше. Здравствуйте, вот код. Что-то я чувствую... О, есть контакт. Первый победитель, хорошо. Так, первый победитель у нас есть.
Спустя столько попыток. Я вас понял. Так, у нас выиграл Пуня. Пуня, братан, поздравляю тебя. Ты указал свою айдишку 5869011411. Все, поздравляю тебя, братан. А ты выиграл РПшку. Идем искать еще двух победителей. Или сестричка, не в обиду, я не знаю. Так, погнали дальше. Одно место. Я вас понял. Я вас понял. Я вас понял. О! А, нет, это тоже РП-команда. Понятно, идем дальше. Участвую, ник, бег. Нет, братишка, нужно ID. Ребят, нужно ID, потому что у кого-то не так написано. Одна буква не так. И потом это не тот человек. И потом начинаются вопросы. Поэтому в условиях сказано подписаться, поставить лайк и написать комментарий, где вы обязательно должны указать свой игровой ID. По-другому никак. Не посмотри у меня в профиле, не у меня вот такой, вот мой ВК и так далее. Нет, просто ID написать. Я не понимаю, в чем сложность написать свое игровое ID. Так, идем дальше. Код РП команды. Хорошо, идем дальше. Я хочу участвовать. Братан, ты бы даже выиграл, если бы ты написал именно свой ID. Хочу участвовать. Ну, с богом. О, есть. Второй победитель спустя столько прокрутов. Так, 5-9-1-2-2-7-8-8-6-5. Ну что, поздравляю тебя. Поздравляю, Учиха Гэнг. Идем дальше. Третий победитель. Ищем третьего победителя, ребят. Залетайте в тиму, обязательно. Кто хочет вступить в РП-команду, понятно. Первый. Братан, ты бы еще и выиграл, если бы оставил бы свою айдишечку. Так, зайдите, понятно. Дрима, как донатить? Мида заблокировали, Apple Pay. Вопрос не по теме. Как закинуть UC, если мида в спане работает? Кодашоп тоже единственный донат, который возможен только через Apple устройство. Но у меня Android, что делать? О, есть! Есть! Есть, есть. Вот и третий победитель. Кстати, прикольный у тебя ник. Французский, мамочки. Окей, меня не делят. Понятно. Надеюсь, это рофл, братан. То, что ты написал. Так, в принципе, все. Вот мы выбрали трех победителей спустя миллиард попыток. Но мы наконец-таки это сделали. Поздравляю, ребят. Ну и на этом, в принципе, ребятки, видос заканчивается. Если он вам понравился, был интересным, обязательно поддержите его своим царским лайкосиком. Также не забываем подписываться, чтобы не пропускать самую свежую и полезную информацию, да. Подписывайтесь на телеграм-канал, ребят, потому что мы там с вами всегда на связи. Я всегда доступен именно в телеграме, поэтому ссылочка, первая ссылочка в описании. Переходите и, конечно же, подписывайтесь обязательно. Если вдруг что-то произойдет с ютубом, мы с вами там друг друга не потеряем. На этом все, берегите себя, берегите своих близких. С вами был Dream, всем топ-1.